Хола, амигосы, вечер добрый, с вами Квантум и с вами Би, и добро пожаловать, это битва контейнеров, и мы играем на Радмире 7 сервер. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Что сегодня происходит? Сегодня у нас по 5 миллионов, сегодня мы покупаем абсолютно рандомные контейнеры и пытаемся окупиться. Нам нужно поднять бабло до 5 миллионов 500, чтобы купить европейский контейнер с машиной. Там окупимся, мы не окупимся, будем смотреть дальше. Мы, в общем, начинаем. Погнали. О, кстати, транспорт сходу, смотри, появился. Транспорт, смотри. Нифига себе. 300 кэсов, 300 кэсов. Почта России, транспорт. Смотри, мажор пришел, поставил. Я 400 поставил, не перебивай мою ставку. Я тебе поломаю лицо, перебьешь мою ставку, понял? Хорошо, я пойду, заберу вон тот. И сейчас, смотри, сейчас мне выпадает четырка за каких-нибудь, не знаю, 120 тысяч. Это будет так... 450! Ты прикинь, что он делает? 460, лови встречку. Ну вот что начинается, у нас проходит битва. С этого контейнера, ну, глупо ставить сюда 500 тысяч, потому что отсюда выпадают всякие уазики, четырки, в лучшем случае бэшки, а в самом крутом это какой-нибудь кабан выпадет. Если выпадет кабан, вот именно если, а мне... Кабан. Хочешь посмотреть, что выпало? Открывать контейнер или не открывать? Давай, открываю давай, контейнер. Я открываю его, и тут только не четыр... Четырка! Поднялся! Поднял бабло, братан. Называется. Продаю. Смотри, сколько это в порту. Она стоит 154 тысячи, если в порту ее продавать. Охренеть. Ладно, продаем ее, что делать. Вот так вот, окупаемся. Я потихонечку буду подниматься, пытаться. 8 секунд осталось, братан, ты смотришь? Я смотрю, я за тебя смотрю, стою. Мне страшно открывать этот контейнер. А что здесь фигово, какая-нибудь Оптима может выпасть или Солярис? Поехали, братан. Что здесь плохого? Ни хрена! Сколько стоит? Братан, 8,5 миллионов. Еман, ты поднялся. Братан, знаешь, что я делаю? Красава. Что ты делаешь? Я коплю на Арабские Эмираты. Да ладно, ты хочешь Арабские Эмираты купить? У меня ты уже 8 зло. Миллионов есть. Да, за полчаса подняли бабло, теперь я могу купить транспорт. Ждем европейский или американский транспорт. Транспорт европейский. Я, кстати, так и не поднялся. За 5 лямов, за 5,5 лямов. Все, 5 лямов 600. Давай, братан, я верю в тебя. Если я сейчас окуплюсь... Это будет очень круто. Если не куплюсь, то зря я поднимался. В общем, транспорт из Европы. Здесь может быть Lexus, здесь может быть какой-нибудь Panamera вообще. Да все что угодно здесь может быть. Контейнер только давай, брат, привезли, разгрузили его. 13 секунд. А я хочу до контейнеров. Подожди, из брат, Дубая. Подожди, пока я это, пока я к тебе допрыгаю. Как видишь, я здесь. А, нет, все, открываем. И выпало нам... Audi R8! Что, братан, ты че охренел? R8! Сколько она стоит? А, блин. 6,5 лямов стоит продавать ее. 6,5, но это ж хорошо. Причем государственная стоимость 9 миллионов. Я даже не знаю, ставить ее себе или продать ее за 6,5 лямов. Ну, слушай, я окупился в любом случае. Я окупился, и это такой жир вообще. Ладно, продаем ее в порту. Все, бабки есть. Ждем следующий контейнер. Ждем следующий транспорт европейский. О, вот транспорт. Дубай, 11 лямов, трындец. И транспорт, давай я открою, вот европейский транспорт здесь вот. Давай, я вижу крайняя платформа, давай открывай ее. Ну нифига мне R8, конечно, выпала, это прям жирно. R8, если мне сейчас выпадет R8, я ее заберу, брат. Сейчас смотрим, или Porsche какой-нибудь. Ага, или Солярис. И что? Падает. Открывай. Опять SRT выпал. Сколько стоит? Не окупился? Стоит 3 миллиона, да. Не окупился, печально. Тут, смотри, есть три крайние платформы пустые, сейчас контейнеры появятся, надеюсь, здесь будет транспорт европейский, тогда я беру следующий транспорт. Ага, да, транспорт. Да, да. Конечно, одежда, антиквариат, и что там, крайняя там платформа. Русский есть. Ну, пойду русский транспорт куплю, если никто не перебьет. Да, я надеюсь, тут просто уже пришли, вот это сейчас меня перебьет, смотри, вот этот ушлепок, сейчас он пришел перебивать. Не, успел, не перебил, плашара. Не успел. Нолики, видимо, считал. Что тут выпало? Что тут выпало? Сейчас опять... О, опять мы окупился. Да, он стоит 600 кэсов. Так, до 11 лямов недалеко дойти, братан. Вообще нормально продать. 5500, братан, 5500, европейский транспорт. Моя очередь, я открываю. Где ты? Еще один. Я поставил, жду, пока выпадет европейский. 5600 поставил. Надеюсь, никто не перебьет, хотя тут желающих, как я вижу, не особо много. Я бы открыл дубайский транспорт. Если выпадает эскалейт, то что выпадает в Дубаях? Офигеть. Я просто не знаю, 11 лямов стоит контейнер. Вообще. Какой-нибудь реально бугать, что-нибудь еще может выпасть отсюда. Ну, слушай, это жир, это круто. В какой СРТ? Фу на него. И ты готов? 3, 2, 1, я открываю. Давай.
Погнали, брат. Только не с РТ. Рвась снова! Забрать ее, интересно, ой, или брата. Продать? Блин, давай, ладно, продам ее, добьем уже. У меня в итоге 8600. Недорогая, пойду транспорт куплю из Почты России. А, из Почты России? Ну давай, бро, покупай. Иди. Что, тут есть ставки уже? Ну а что нет-то? Нет. Может, окупится. Ну, о, тут уже борьба ставлю. Пошла. Вот это борьба. А. Кто меня сейчас перебьет, что-то руками. О, пошла, блин, вот это вот. Ну, кстати, за 600 то тоже нормально. Вот если какой-нибудь бухан. Да, я не отдам его 4400. Ты что делаешь-то, а? И не дай бог, тут буханка выпадет какая-нибудь. Смотрим, что здесь выпало. Открывайся. Да. Волга. Это Волга, что мужик. Это не Мерседес. Сколько стоит? Трындец. А он угорает еще с меня. Вот. Я даже не буду смотреть, сколько она стоит. Мне еще кажется, она, да, она что-то не очень стоит, да? 276. Ну, я так скажу, ты на Audi R8 очень поднялся. Ну, на R8 я поднялся неплохо, да. Мы наторговали на транспортных контейнерах, которые ждали так долго, еще где? Деньжат. Дайте мне, техника. Пожалуйста. По-братски, вот давай побольше транспортных контейнеров и... Конечно, некоторых окупается, да, некоторых нет, вообще, но 10 лямов у меня уже есть. Сколько у тебя есть денег? У меня 10 миллионов 575 тысяч. О, красавчик. Ну, постепенно, постепенно мы идем к нашей цели. Это транспортный контейнер из Дубая. Не, нам нужно добить. Мы вот как добьем 11 лямов 500, так, короче, и прекращаем. Можно будет уже открывать транспортный контейнер из Дубая. И там-то уже, наверное, выпадет. Вот то, что туда выпадет, то я и заберу. Или продам. Транспорт. Транспорт Дубай. Есть транспорт Дубая. Ну, нам на Дубай транспорт не хватает. Да, есть транспорт, блин, мебель. Ничего нет, да. Нам, техника. Кстати, не хватает всего миллион. Да, лямчика-то не хватает. Вот бы еще бы одну R8 бы выбить. Техника. Транспорт! Транспорт американский. Подожди. Ты будешь открывать? Давай ты открывай, твоя очередь. Американский нет, давай ты американский, потому что ты хотел американский открыть. Ну давай, хорошо, я открою. Нет, ты открывал только европейский. Вот давай ты американский откроешь сейчас. Это жесть, и сейчас какая-нибудь фигня. Я даже не знаю, еще американский транспорт вообще не открывал. Сейчас посмотрим, что выпадет. Нормально, сейчас эскалатор выпадает, это тупо можно идти сразу Дубай открывать. По-братски. Давай здесь будет какой-нибудь... Братан, пожалуйста. Нет, это дорогой мор... Или если это Ешка, это жопа. Это не Ешка, это не Ешка. Если это ГЛЕ, то... ГЛА, ГЛЦ, я не знаю. О, блин, не окупился. Сколько? Он, блин, 5 лямов стоит. Открывай ты ЮСИ, и я открою. Посмотрим, кому дороже выпадет. А ты какой ЮСИ открываешь? Вот этот, хорошо, я... Который слева. Давай. Хорошо, я открываю тот, который справа. Давай, кому дороже? 5 560 000. Все, Пас. Тоже 5600 поставил. Стоим, ждем. Братан. У тебя сколько осталось до конца? У меня 25 секунд. У меня 25 секунд осталось, да. Битва вот контейнеров. Это... Просто одновременно откроем, и кому более жалко, дорогая. Я не могу посмотреть, что тебе выпало, на самом деле. Ты можешь посмотреть, что мне выпало, я не могу... Да, я могу увидеть, что тебе выпало. Давай. Все, давай. Я купил его, я открываю, и... Знаешь, что мне выпало? Че? Что выпало? Ты че? Мне выпало Tesla Model G3. Сколько стоит модель 3? Tesla Model 3, да, не Model X, а Model 3. Чё она дешёвая такая вообще? Я в минусе. Ясно. А мне СРТ-шка выпала. СРТ-ха выпала? Капец, вообще, капец. Не окупились, братан. Тупо не окупились. Ребят, ну что ж, на этом все. Это была битва контейнеров. Играли мы на Радмире. Хочешь продолжение и хочешь того, чтобы мы открывали контейнеры из Дубая? У нас наконец-таки есть баланс. Мы его набили, наверное, часа полтора играли. Вот, ставь лайки, пиши об этом в комментарии. И мы в следующей серии откроем контейнеры из Дубая. В общем, с вами был Quantum UB. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.